Транспортная комиссия Даугавпилсской городской думы постоянно рассматривает различные вопросы, связанные с организацией движения на дорогах города. По инициативе жителей сейчас оценивается возможность сделать односторонним движение на участке улицы Райня от улицы Веннибус до улицы Михаэлса. Высказать свое мнение по этому вопросу призывают всех даугавпилчан. Вопрос об изменениях в организации движения транспорта на улице Райня актуален уже давно. Движение по этой части Тихого центра осложнено по ряду причин. Здесь расположены как многоквартирные жилые дома, так и торговые места, офисы и несколько медучреждений, поэтому спрос на парковочные места велик. По мере возможности проблема решается. Пример тому – строительство дополнительной стоянки у детской поликлиники. Однако этого недостаточно, чтобы разгрузить постоянно занятые обочины. Из-за плохого обзора выезд из переулков и дворов многоквартирных домов становится небезопасным. Проблематично порой передвижение на автомобиле в направлении от улицы Веннибус к улице Михаэлса. Ведь дорога довольно узкая, и чтобы избежать столкновения с едущей напротив машиной, порой приходится довольно оперативно искать карман между припаркованными машинами. Недавно на заседании транспортной комиссии было рассмотрено очередное предложение жителей города о повышении безопасности движения, введя одностороннее движение или установив сферические зеркала. На участке улицы Райня от улицы Веннибус до Михаэлса предлагается организовать одностороннее движение в направлении от улицы Веннибус к улице Вестура, то есть от дамбы к центру. Участок рядом с центральной поликлиникой сделать односторонним нельзя с точки зрения безопасности. Даугавпилчан призывает высказать свое мнение по данному вопросу. Проголосовать можно до 31 мая этого года в разделе «Опросы» мобильного приложения Даугавпилс или на сайте Даугавпилсской городской думы. Тем временем жители, у которых есть замечания или предложения по организации движения на улице города, могут подавать обоснованные заявления на рассмотрение транспортной комиссии по электронной почте info@daugavpils.lv. Это могут быть как индивидуальные, так и коллективные заявки в свободной форме или на бланке, который есть на сайте самоуправления. При этом необходимо помнить, что введение транспортной комиссии исключительно территории, принадлежащие самоуправлению. Если же речь идет об участках, которые являются частью придомовой территории или частных владениях, все вопросы по установке регулирующих знаков необходимо решать совместно с обслуживающей организацией или хозяином участка. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.